Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Никвизи X-Ray Man. Выставка в Рарте. Я зачитываю анонс. Музей Рарта представляет выставку британского фотографа Никвизи, который рассекречивает скрытый смысл обычных вещей с помощью рентгеновских лучей. Искусство с элементами судебно-медицинской экспертизы. Иронический взгляд на проблему несоответствия внешнему и внутреннему. Снимки, позволяющие увидеть начинку сложно устроенного артефакта. Творчество автора часто характеризует как искусство с элементами судебно-медицинской экспертизы. И это неудивительно, ведь основным источником вдохновения для него служат рентгеновские снимки. Используя в большинстве своих работ рентген-технологии, Визи также прибегает к фотоманипуляции. Обрабатывая изображение в Photoshop, он добивается максимальной плавности перехода между элементами композиции. Свою самобытную технику автор придумал случайно. Работая фотографом и дизайнером в одном из британских утренних телешоу, он получил не самое увлекательное задание – проспечивать рентгеновскими лучами банки с газировкой, чтобы выяснить, где содержится призовой код для розыгрыша подарков от компании Pepsi. Визи решил для разнообразия сделать рентгенографию собственным кедом. Был поражен тем, каким таинственно притягательным получился результат. Ну и в дальнейшие эксперименты с различными материалами, такими как пластик, цветы, металлы, с живыми моделями, позволили фотографу, непрерывно совершенствующему свой творческий метод, научиться регулировать плотность и структуру изображения. Я хочу увлечь людей, помочь им по-новому посмотреть на окружающие их предметы. Рентгенография – вещь очень честная. Она показывает вещи такими, как они есть. В нашем поверхностном мире подобный взгляд на действительность освежает. Благодаря рентгеновским лучам можно увидеть внутреннее строение предмета и живых существ, оценить то, как совершенно они устроены, несмотря на возможные недостатки. Помимо фотографий, художник использует такие техники, как лентикулярная печать, пластификация и видеоарт. Метод лентикулярной печати применяется им для создания динамических портретов, в основе которых лежат серии изображений. В результате получается не статичная, а подвижная картинка, перемещающая в пространстве зритель мгновенно узнает запечатленного на ней персонажа по характерным движениям. Здесь Индиана Джонс, который размахивает хлыстом, Майкл Джексон демонстрирует свою фирменную лунную походку, Элвис раскачивается перед микрофоном. Ну вот примерно так о работах. А о самом авторе: родился в 1962, награжден рядом премий в сфере фотографии и дизайна. Творчеству Визи были посвящены телепрограммы на каналах BBC, NBC и Discovery Channel. Ну вот примерно все. Пока-пока. Всем привет. Смотрим работы. До свидания.